команд, и команды вышли на поле. Стартовый состав команды «Строитель» 2. В поле Минеев, Якубов, Загайнов, Колесников, Афанасьев, Гараев, в воротах Брагин. Наши ребята играют традиционно в бело-зеленой форме. Дальние ворота будут наши. И у нас какая-то заминка. У нас поменялся судья. Первый угловой. Также в пользу КамАЗа. Подача. Якубов с мячом. Колесников должен побороться, да, выбивает мяч в аут. Опасный момент. И Гараев выбивает мяч. Загайнов перехватывает. Гараев. Афанасьев. Через Брагина. От ворот будет вводить команда «Строитель». Афанасьев, неточная передача. Минеев. На Якубова. Успевают защитники КамАЗа вернуться. Главой зарабатывает Якубов. Минеев разыгрывает на Гараева. Афанасьев, удар. И над перекладиной мяч пролетает. Минеев ищет продолжение атаки. Центр на Загайнова. Колесников.
игра спокойна в центре поля. Наши ребята показывают контроль мяча и клубов. Минеев в центре. Я увидел забегание Гараева. Гараев. Блин, ну. Колесников удар. Якубов первый на подборе. Сам обыгрывает двоих. И третий успевает защитник поставить ногу. И сейчас вынужден бежать в защиту. Брагин вступает в игру. Афанасьев сильно на Якубова. Давай, да нет! Беги! Якубов сам. Толкает. Загайнов. Якубов. Передача в центр, штрафную. Брагина Минеева. Не прошла передача у Минеева на Якубова. Аут. В команде КамАЗ смена. Вместо Якубова на поле появляется Карпетян. Малик уходит в защиту. Колесников Радмир поднимается выше в полузащиту. Афанасьев, Минеев. Ошибается Гараев. Вовремя Минеев с Загайном вернулись назад. Карапетян отлично вступает в борьбу. И отличный перевод на Гараева. Аут в пользу команды «Строитель». Карпетян увидел Колесникова. Колесников сам пробегает троих. Загайнов, Афанасьев. И штрафной в пользу команды «Строитель». Ну и чё, блин. Карпетян успевает. Брагина, Афанасьева. Вместо Колесникова на поле появляется Якубов. Аут в пользу команды «Строитель».
очередной аут. Вместо Нагараева на поле появился Краснов. Шакиров готовится. Нет, не готовится. Минеев. Карапетяна Загайнова. Не успевает Загайнов сделать передачу. Минеев. Карапетян. Наякубова. Данир сам разгоняет атаку. Обыгрывает троих. Выход один на один. Удар. И рядом со штангой мяч пролетает. Не успевает Краснов замкнуть отскок. Зарабатываем угловой. Ну и блин. Загайнов своевременно возвращается, помогает Афанасьеву. Якубов, отличный обыгрыш. Передача в центр, Минеев. Краснов. И Афанасьев через Брагина. Карапетян. Вместо Краснова появляется Колесников. Загайнов, надо зацепиться. Афанасьев борется. Минеев. Ошибается Минеев. Сам же исправляет свою ошибку. Передача на Загайнова. Якубов. И Загайнов. Передача на Якубова. Якубов опять выбегает один на один. Не получается удар. В команде КамАЗ смена. Не получился удар у Якубова сейчас. Данира. Колесников. Передача на Минеева. Минеев на Загайнова. Якубов. Якубов сам борется и зарабатывает аут. Афанасьев. Передача на Колесникова. Колесников на Брагина. Карапетян отлично увидел Якубова. И Данир на скорости. Нет. Пускает мяч. Вместо Гараева. А, прошу прощения, вместо Колесникова на поле появляется Гараев. И опасный момент. Рядом со штангой сейчас пролетает возле наших ворот. Вместо Якубова на поле появляется Сакин Данияр. Конечно.
остается у нас где-то около 5 минут играть в первом тайме. Выше, выше показывает Браги, надо поднимать. Да, КамАЗ прижал. Крайних игроков розыгрыш не получится. Афанасьев на Минеева. Загайнов. Сафин. Не водитесь. Удар. И Брагин отбивает. От ворот надо успокоить игру. Опасная контратака КамАЗа сейчас получилась. Вместо Карпетяна появляется Краснов. Вместо Гараева Сарваров на поле. Краснов падает. Брагин. Ловит Брагин. Неприятный отскок был. И Брагин сильно вперед. На Минеева. И довольно-таки неточный удар. Брагин Загайнова. Сафин, Краснов. Загайнов. Неточная передача. Не было предложений сейчас у Загайнова, кому сделать передачу. А вот в пользу команды «Строитель». Сарваровым, Сенку, Загайнов, Краснов, Сафин. Загайнова. Отличная передача на Сафина. Сафин сокращает угол. Ну, зачем сводишься? Передача в центр на Минеева. Загайнов. Удар. И после рикошета в ворота. Вратарь КамАЗа ловит мяч. Загайнов на Сафина. Минеев. Сарваров. Загайнов передач на Сафина. Сафин в центр. Штрафную навес. Загайнов. Краснов. Сафин. Неточная передача. Брагин.
Брагин разряжает обстановку, выбивает в аут. Своевременно сейчас Брагин вышел из ворот. Вместо Сарварова на поле появился Гараев. Вместо Сафина появился Якубов. И неточный удар. Ждем свистка об окончании первого тайма. Передача на Якубова. Якубов. Якубов. Передача на Гараева. Гараев удар. И выше ворот. Загайнов перехватывает. Загайнов увидел Якубова. Загайнов. Несложный удар для вратаря. Краснов. Минеев падает. Якубов с Загайновым, Афанасьев, Минеев. И опять назад. Ошибаются в центре. Брагин! Ошибка в центре, и КамАЗ открывает счет в этом матче. Вместо Краснова появляется Карапетян. Якубов. Якубов сам. Передача в центр. Минеев. Загайнов. Дай пас, ну. Поздно уже. Якубов. И ошибка Брагина приводит к тому, что счет матча становится 2-0. Замена вратаря в команде «Строитель». На поле появляется Янусов. Опять ошибка. Счет матча становится 3-0. Карапетян с мячом. Загайнов. Якубов. Гараев. Стоп.
первый тайм заканчивается, счет 3-0 в пользу команды КамАЗ. Команды появляются на поле. Счет после первого периода 3-0 в пользу команды КамАЗ. Афанасьев, Гараев. Вместо Гараева на поле появляется Сарваров. Мяч. Выбивает мяч фаут. Минеев. Положим, замахи убирает. Потеря. И команда КамАЗ пытается уйти в контратаку. Не получается. Колесников выбивает на угловой. Подача. Поле замены. Вместо Сарварова на поле появляется Сафин. Афанасьев на Якубова. Передача в центр на Минеева. И два игрока наших пробегают мимо мяча. Thank you.
удар. 4-0. Сай с мячом. Передача в центр на Загайнова. Вместо Колесникова появляется Карапетян. Передача в штрафную. Сафин обыгрывает. Вместо Загайнова на поле появляется Шакиров. Шакирова. И с мячом игроки команды КамАЗ. Сейчас у Виталия. А вот в пользу команды «Строитель». Сафина на поле появляется Гараев. Вместо Якубова на поле появился Колесников. Команда КамАЗ бежит в атаку. Шакиров на Гараева. Колесников. Гараев. Неточная передача и КамАЗ делает счет 5-0. Ошибка возле своих ворот приводит к забитому голу. Вместо Афанасьева на поле появляется Краснов. Карапетян сам поднимает мяч выше. Минеева, Гараев. Ну,
передач Нагараева. Краснов. Колесиков передач. После удара Шакирова мяч рядом со штангой проходит. Шакирова появился на поле Загайнов. Вместо Колесникова появился Якубов. Краснов в центр. Удар. И над перекладиной мяч пролетает. Вместо Краснова Афанасьев на поле появился. Афанасьев, неточная передача. Линус вступает в игру. Якубов обыгрывает троих на фланге. И в последний момент на угловой игрок КамАЗа выбивает. Вместо Гараева на поле появляется Сарваров. Минеев будет подавать. Подача. Навязал борьбу, отобрал мяч. Смещается в центр. Передача на Загайнова. Помешались сейчас Сарваров с Загайновым друг другу.
залетает в ворота, счет в матче становится 6-0. Практически каждый выход команды КамАЗ завершается голом. Зацепиться надо. Якубов. Передача на Минеев, удар. Сарваров не попадает сейчас тоже в ворота. В команде строители замена. Вместо вратарей, вместо Юнусова появляется Брагин. Карапетян с мячом. Якубов. Загайнов. Угловой. Подача. Неточный удар. Должен увидеть Якубова. Да, увидел Якубова. Они разгоняются и зарабатывают угловой. Брагин. И на добивании. Счет матча становится 7-0. Сарваров. Передача в центр. Там только игроки КамАЗа. Минеев. Отличный прессинг. Сам отобрал. Передача на Сарварова. Прокидывает дальше Минеев. Передача. И накрывает эту передачу в штрафную. И угловой будет. На поле вместо Афанасьева появляется Колесников. Минеев подает.
встает. Кубов надо побороться. Поборолся. Отлично. Передача в центр на Минеева. Минеев. Вместо Сарвара на поле появляется Шакиров. Загайнов сам пытается разогнать атаку. Колесников, ну точно. И Кубов. Колесников разгоняет атаку в центр на Загайнова. И Кубов. Отлично, в стеночку с Якубовым. И Кубов срывается, у него мяч с ноги сейчас у Данира. И все, матч у нас подходит к концу уже. Кубов. Отличный перехват. Вместо Якубова на поле появляется Сафин Данияр. Аут в пользу команды КамАЗ. Прочитал нотацию. Сейчас судья игроку КамАЗа за удар по ногам Карапетяну Малику. Брайан.